Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня я объявляю очередной турнир на моем бесплатном сервере Amazing PokeWorld. Турнир травяных покемонов пройдет 29 мая в 7 часов вечера по Москве, то есть в субботу. Не опаздывать, потому что те, кто будут участвовать в турнире, если вы опоздаете хотя бы на 2-3 минуты, вы будете дисквалифицированы, потому что пол сервера не будет сидеть и ждать, пока один человек надумает прийти. Какие же правила турнира? Правила турнира такие же, как всегда. У вас должно быть 3 покемона сотых уровня, как я уже ранее сказал, травяных покемона, потому что это травяной турнир, разных покемона. То есть у вас не может быть 2 одинаковых. Все покемоны должны быть разные. Легенды запрещены, но разрешены шайни покемоны. Вы можете иметь, в принципе, да даже все 3 шайни покемона в одной команде. Запрещены атаки Аттракт и Свагер, потому что ранее была запрещена только Аттракт, а сейчас уже 2 атаки. И также перед тем, как прийти на турнир, вы должны выложить в свои сундучки все шапки, все лечилки, потому что если я вас в интерес замечу любую шапочку и лечилку, вы тоже будете дисквалифицированы. Поэтому перед тем, как прийти на турнир, лучше выложите их, чтобы избежать дальнейшего дисквалифицирования с турнира. Также, какие будут призы? За 3-е место вы получите любого травяного покемона с нужной натурой 100 уровня. Ну, вы можете выбрать любой уровень, или 1-й, или 100-й уровень. То есть любой травяной покемон нужной натурой, вы потом мне скажете. И также любой уровень плюс 30 конфет. 2-е место — это также любой покемон, травяной покемон, напоминаю, любой травяной покемон любого уровня с нужной вам натурой, но шайни. То есть точно так же, как и 3-е место, только сейчас шайни. Также плюс 30 конфет. И за 1-е место вы можете получить Селеби с нужной вам натурой, также плюс 30 конфет и короной победителя турнира. В принципе, корону получают все игроки, которые когда-либо победили на турнире на этом сервере. Если я что-то забыл сказать, то ссылочка в описании и также в комментарии под этим видео есть, чтобы вы могли пойти и подать заявочку. То есть этот турнир пройдет только по заявкам. Сейчас значки не нужны, потому что гимы временно заморожены, но идите в темку, прочитайте еще раз внимательнейше всю информацию, чтобы потом не ошибиться и помнить, что и как, чтобы, как я ранее сказал, не забыть выложить все шапочки в сундуки. Тут я не рассказываю подробно о турнире, о правилах, потому что я просто-напросто тут его объявляю. Если кто-то не следит за новостями на сайте или в группе, то возможно то, что он сможет заметить информацию о турнире или хотя бы объявление турнира вот тут. Если вы не играете на моих серверах, то всех приглашаю на мои сервера. Скоро будет открытие нового сервера, но только уже не Пиксельмона, а, наверное, то ли магического, то ли технического, то ли какого-то там индустриального, я не знаю. Посмотрим. Но пока что, ребята, ссылочка в описании на мои сервера. Заходите, начинайте играть. Буду рад каждому новому игроку. И также поиграем вместе. Всем желаю удачи выиграть на турнире. Еще раз повторюсь, все ссылочки есть в описании, также в комментариях. И на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.